И я прилетела в Ванкувер без кресла, без всего. На переносном вот этом кресле меня двигали. В Ванкувере меня спросили, кто тебя встречает. Я говорю, меня никто не встречает. Посадите меня в такси, я поеду в emergency. Ну, так они и сделали. Таксист не хотел меня везти, он сказал, что я не смогу тебя вынуть. Но я говорю, ты привези в emergency, там и там меня вынут. Ну, так он и сделал, меня вынули. В emergency мне сказали, что ты не emergency, зачем ты приехала к нам, ты не emergency. Но я сказала, положите меня на улицу и будем ждать, когда это будет emergency. Тогда они меня завезли, положили в коридор на носилках. Здесь наша героиня уговорила водителя такси посадить ее. Именно здесь она села в машину и поехала, по сути, в неизвестность. Именно сюда приехала Ольга из аэропорта в один из дней 2007 года. Именно здесь Ванкувер стал, по сути, ее родным домом.